Всем привет, друзья. Канал Масалим. Работаем на Сауде опять. Мобиль приехал. Сделали чем удалять от салона. Забрали краткий обзор. Пол багажника. Смотрим, кое-где вибробластом обработан несколько полос. Задние арки небольшие, квадраты проклеены. Пол в салоне. Также кое-где вибробластом обработан. Двери небольшие, квадраты также проклеены. Владельцы устраивают данную шумоизоляцию, подлетаем поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Audi A5, проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, проклеен пол в салоне, тщательно прокатываем валиком. Двери обработали первым слоем вибропласта, 3 мм, второй слой. Наносим мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Audi A5. Мембранный шумопоглотитель нанесли на пол в багажнике. Также мембрану нанесли на задние арки. Пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой. Мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.